4 руки. Так, тебе сколько? 7. 7 было или нет? Было. Было. А 7 и сколько месяцев? 3. И 3 месяца? А дней сколько? Считай быстро. Сколько? 15 дней. Значит, 7 лет, 3. А? 7 лет и 3 месяца, и ни одного дня. А? Что ты смотришь? Считай точно. Ни одного дня, да? 7 месяцев и 3 года. А сколько? 7 лет и 3 месяца. Молодец, я тебя хотел запутать, не вышло. Ну ладно, давай побегай. Дай мне ракетку. Становись к сетке, берись правой. Ты правша? Берись правой рукой. Цель. Вот так. Да. Так называемый ремень. Вот это только хорошо. Вот тут финишная лента. Внимание. Харш. Так, уже лучше услышала. Только тут споткнулась. А ну последний раз. Смотри. Нос у тебя хороший. Сильный. Ну давай, внимание. Харш. Так. Значит, суетливо. И если будет работать вот полностью плечевой пояс и все в направлении движения, скорость увеличится, и она быстрее подбежит к укороченному мячу. Так, давайте нам мячи, 4 мячи, 2 мяча, а третий мне давай, на всякий случай. Бери. Раз, немножко плечо потренируем. Сейчас будешь, да, и в другую сторону, назад. Сейчас будешь бросать мяч. Куда ты его добросишь? Встань только за линию. Куда ты его добросишь? А? Как не знаю? Это я не знаю, а ты знаешь. Куда? За сетку добросишь? Нет? А я уверен, что да. А ну давай, добрось. Добросим, давай. Ну? Так, почти. Совсем рядом. Ну давай еще. Почти уже в сетку. Ну и последний, третий. Не спеши. Сколько тебе лет? А ты же мне только говорила 8. 7? А как 7? 7 и 3 месяца. Значит, уже 8. Добрасывать надо. Вот тебе почти перебросил. А ты говорила нет. Хорошо, бери меч. Один, второй. Давай. Поехали. Знаешь, брат, да? Ну давай. Давай, 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 давай. Ты же мне мячи дал. Лови. Так, кидай, кидай, кидай. Мяч горячий. Вот так. Вот так. Полбу получила. Давай. Так. Вот он. Вот он. Ну ловишь его. Давай. Давай, давай, давай. Так. Так. Быстрее нужно мяч ловить. И быстрее мне давай. О, хорошо. Давай справа. Удары с отскока.
Держи. Давай. Удар справа с отскока. Давай. Опаздываешь, раньше бей по мячу. Замах, удар. Так, сейчас хорошо. Так, ничего. Опаздываешь. Стоп. Тут смотри уже. Точка удара приходится вот сюда. И она выгинается, не отходя. И что-то непонятное. Ты мячик должна бить, смотри, где. Вот повернулась, вот где мячик. То есть вот тут. А ты его бьешь вот тут, вот тут. Тесно. Вот тут нужно бить, сбоку. А ну ударь мне мячик. Ударь. Вот. Вот так и надо. Вот эти упражнения нужно каждый день 100 раз. Мячик. Бей. Вот так. Уже другое движение. Вот так. Опоздала чуть раньше, бей. Замах, удар уже. Опоздала, сейчас хорошо. Замах, удар. Опоздала. Замах, удар. Опоздала. Замах, удар. Опаздывающий. Опаздывает. Замах, удар. Так, сейчас хорошо. Замах, удар. Хорошо. Замах, удар. Опоздала. Понятно, да? Понятно? Опаздываем слева. Смотрите, кстати. Ребенок ногами очень хорошо работает. Все остальное, скажем так, мягко говоря, не очень. А ногами работает прекрасно. То есть она ногами выбирает ту позицию, которую нужна. Еще. Смотрите, заработает. Нормально. Сколько она занимается?
Все, что нужно по технике, мы сказали. По движениям надо все-таки научить бегать ее правильно. А ногами она работает, вот тот плюс, о котором мы только что сказали, вот он должен быть акцентирован. Раз она работает хорошо ногами, подобрать уже технику будет без проблем. Давай, держи руку, тренируйся. Хорошо. Вопросы какие? Если нет вопросов, все, спасибо. Спасибо. Значит.